конечно. Тогда рубашку одевай. Да, ба. Да не, я пойду в футболку. Естественно, футболку. А поверх рубашку оденешь. Ну, ба. Ну чё, это рубаха какая-то. Ну чё, это ну... Нормально. Нормально, сейчас галстук дам. Какой ещё галстук, а? Девчонки скажут, какой красивый мальчик в рубашке пришёл. Ну лошара прям. Ну чё, да баб, ну чё, ну перестань, а? Одевай, говорю. Я всё равно потом его сниму. Я тебя сниму. Выгляжу как урод, блин. Нормально. Девчонки. Вот какой красивый парень. Чё ты делаешь? Куда ты тренинги снимаешь? Ну джинсы эти, ну чё? Оденешь поверх? Ну, ба. Чё, ба? Твой Серёжка неизвестно где живёт. Пока дойдёшь, застудишь бубенчики, будешь писать часто. Ба, ну. Чё, ба? Твой дед ходил в двух штанах. Так и похоронили в двух штанах. Капец вообще, блин. Они мне не налезут на джинсы вообще. Куда ты джинсы одеваешь? На день рождения идешь? Или картошку разгружать? Вот. Вот брюки одень. Какие еще брюки? Хорошие, новые брюки. Дедушка в них с войны пришел. Зачем мне, баб, бубенчики в таком виде вообще? Ну пипец, баб, ну жарко в штанах-то будет. Жарко будет? Придешь, снимешь одни. Куда я их дену-то вообще? Шапку положишь. Какую еще шапку? Шапка новая, кроличья. Да тебя только кролика носил. Да ну, баб, да не пойду я в это никуда. Я сейчас матери твоей позвоню. Не пойдет он. Я сейчас сам позвоню матери. Жила бы в своем Житомире, жила. Мам, алло. Алло, мам. Господи, боже мой. Мам, алло. Она с ума сошла вообще. Ну скажи. Ну я вообще как срядчик какой-то выгляжу. Где тут правый-то? На, разговаривай. Да, без разницы вообще. Алло, а, Наташ, привет. Ну чё, ты суп поела? Ага, а чайник не пьёшь? Пей, вкусный, да. Что? Да я тебя здоровье вырастила, его выращу. Да вот так вот, да, на. Да. Ну, ма. Ну, ма. Это что? Это маленький.
знаешь, умом просто. Ладненько ко всему пойду. Сейчас. Сверху сделать, чтобы снег не попал. Все, я сейчас вообще никуда не пойду. Ну и правильно, не ходи никуда. Дома посидишь, над картошкой подышишь, пряжу мне подержишь и спать вместе ляжем. Нет, надо мной и так все смеются. Говорят, что с бабушкой спишь, она тебе все зубы ночью выбила. Над твоим дедом? И вообще, я никуда, я лучше пойду, пускай меня там обсмеют. Над твоим дедом тоже все смеялись, до 60 лет. Потом не стало, а потом некому стало смеяться. Ходил, жал в одиночестве по кладбищу. Ну-ка, ну-ка сними эту удалку шелковую, что ты одел-то? Шелковый шарф, последний из кумоды. Шелковый шарф? Бабушка тебе связала, смотри, какой новый шарф. А мне этот шарф, между прочим, тутовый шелкопряд вязал. Вот пусть твой тутовый шелкопряд теперь и лечит. Ну, ба. Пусть я твой тутовый шелкопряд в квартиру прописываю. Будешь жить в коконе. Хорошо, где мой пуховик? Не вот нехорошо, нехорошо пока, пока нехорошо. Ба, ну чё, я пуховик одену и всё. Вот сейчас будет хорошо. Какой пуховик? Ты чё, с ума сошёл? На улице холодина, минус 6. Вот смотри, как хорошо. Ох ты, боже мой, моль полетела, ой. Что, вообще сдурели, что ли? 500 рублей такие деньжищи. Можно для пары валенок купить и гамаши теплые. Пусть они дарят деньгами. А ты вот книгу подари от себя. Да какую еще книгу? Хорошую. Это Валерий Коклюшкин. Как быть душой компании. У нас их много. Дедушки постоянно дарили. И все, я смогу. Ну все, вам, я пошел. Он с года. Вот, держитесь, девчонки. Самец выходит на охоту.